Место исполнительного директора Даугавпилсской городской думы вновь стало свободным. В четверг на очередном заседании думы депутаты рассмотрели заявление действующего исполнительного директора самоуправления Игоря Алексеева с просьбой уволить его с занимаемой должности по обоюдному согласию. Мое решение не связано ни с какими интригами, мое решение связано именно с дальнейшим продвижением и своими личными планами. Не для никого не для секрет, что экс-президент Латвии Раймонд Вейнис пригласил меня работать в баскетбольном союзе Латвии как члена совета. Также плюс мои личные именно планы, связанные с развитием в дальнейшем. То есть такое комплексное решение, которое наложилось. Связь с Даугавпилсом останется? Связь с Даугавпилсом обязательно останется. Конечно, я попросил руководство города меня оставить в комиссиях, оставить в рабочих группах, там, где я есть, чтобы те процессы, которые мы сделали, которые я действительно от всей души хочу дальше реализовать, мы могли бы это сделать. Следует отметить, что данное заявление господин Алексеев написал еще в январе, но только сейчас по нему было принято решение.